Это глубоко. Сейчас я открою, выйдет. Вот прям человек ищет, если честно. Прям страшно. Пипец просто, я знал, что нужен обувь такой здесь. И, ребята, извините за лексику, но это ненормально. Это просто пипец. Люди не могут выйти, они мне, ну, не мне, обещали в наш чат дома, что их заливает, они выйти не могут, там кипяток. Это хорошо, что я успел просчитать. Пока ждем аварийку, здесь уже такой бассейн, смотрите. Просто жесть, страшно даже. Подойти было к этой двери, я молчу, чтобы выйти вообще из